Вообще идея этого фестиваля возникла из событий, которые произошли в 1972 году, когда Владимир Семенович Высоцкий выступил на этом озере, на озере Лампушка. Была такая ситуация, когда ни один ДК не рискнул его пустить к себе для концерта. Ну, времена были советские такие. И вот было принято решение сделать такой лесной концерт. Это было в 1972 году. Узнав об этом в 2000 году, мы организовали здесь фестиваль. Здесь можно делать что угодно. Можно читать рэп, можно играть альтернативы. По формату этот фестиваль уникален. Он не имеет формата. Здесь нету насилия. Здесь нету жлобства. Вот люди приезжают разные на самом деле. Я далек от того, чтобы говорить, что вот есть где-то в каких-то местах собираются люди хорошие, а где-то собираются люди плохие. Здесь собираются такие же. И хорошие, и плохие, и мудаки, и святые. А ведут себя почему-то замечательно. Наверное, такая вот аура, такая атмосфера. Значит, что объединяет людей? Ну, естественно, объединяет любовь к природе. То есть, в принципе, здесь в основном люди и зрители, да, те, которые привыкли спокойно переносить дождь, там походные условия, костер, приготовление пищи, которые к этому готовы. То есть новичков мало таковых, чтобы приехали вот на таких шпильках на этот фестиваль. То есть все нормальные ребята. И наверняка объединяет любовь к творчеству. И, наверное, если даже и не дообъединяет где-то, то мы дообъединяем еще одной штучкой. Это любовь к экологии. То есть, кто сам догадывается, кого за шиворот заставляем убирать и озеро, и то место, где он отдыхал, и даже нырять на дно, доставать всякие штуки-дрюки, которые мешают экологии. У нас, наверное, единственный фестиваль, где запрещено пользоваться, вот просто четко запрещено пользоваться бытовой химией в озере. То есть везде умывальники висят по лагерям. Мы эти умывальники выдаем, слава богу, раскошелились на это дело. И прецедент есть, никто с мылом, с мочалкой здесь, с зубной щеткой на берегу не нарисовывается. Тем более с фейри там и так далее. Мы хотим, чтобы после нас Лампушка была еще лучше, чем до нас.
Михаил Новицкий. Привет. Михаил Новицкий. Миша Новицкий. Миша один из тех людей. Михаил Новицкий. Миш, привет. Привет. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, аби нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Доброго вечора, брати та сестри. Друзі. Друзі. Good evening, good day. Guten Abend. Good Abend. Слава алейкума, жолдастар, козлар, балалар. Бонжорно, сеньор, сеньорито. Что-то. Кто еще какие слова знает, сразу здоровайтесь. Привет, ну, в общем, друзья. Здравствуйте, братья и сестры, дорогие, дорогие наши спутники, дорогие наши, я бы сказал, пассажиры. Пассажиры замечательного корабля, челнока такого, который вращается вокруг планеты Земля. Да. Фу, что-то гадно говорил, вокруг звезды по имени Солнце, у микрофона Михаил Новицкий. Мы так договоримся с вами. Да, да, так можем, да, отправиться вокруг планеты Земля. Хотя интересно было бы. Вот, Михаил Новицкий у микрофона, на берегу замечательной Ингерманландской речки. Не то, что... Широкой вольной Невы или Ниен, да, Михаил Новицкий, да, я назвал всю фамилию. И, естественно, за звукорежиссерским пультом, за видеоаппаратурой, и незаменимая Елена Пинчук, а также тут шляется, болтается по студии. Самый, я бы сказал, ответственный человек, но в кошачьем обличии, это Маргарита. Вот, я уже вижу, всем приветы написал. А, от я написал всем приветы. Вот. Да. Наташа Ивонина, всем доброго вечера, пишет. Галина Польских, вот. Добрый вечер, Веночка, Миша, всем добрый вечер. Рохвард не спит. Настя, ага. Рохвард, молодец. Привет, Купчина с нами. С вами. Салам алейкум. Андрей Волосов, привет из Саратова, шлет. Якша. Регина, Лед. Тоже всем привет я написала. Лед, да. Или лед. Мы эту Регину Лед и Лед поздравляем с давеча днем рождения и желаем ей много-много лет. И зим. Регине лет и весен. Много лет. И весен, и чего еще пропустил? Осеней. Осеней. Чтобы чаще петь песню-то. Шикарная женщина осень. Да, наверное, самым первым делом нужно, естественно, произнести слова соболезнования всем, кто потерял своих близких и друзей, знакомых, родных на нашей планете Земля, потому что у нас происходит спецоперация, во время которой происходит много смертей. И многие наши собратья покидают планету Земля навсегда. Некоторые очень даже молодые, некоторые совсем молодые, трехмесячные, всяко случается. Вот. Ну, наверное, нам пора бы... Я думаю, что это будет правильно, каждую программу, каждый концерт, каждую встречу, думать о том, что каждый день кого-то не стало, и где-то кто-то провожает своего близкого человека навсегда. Вот. Ну и мы начнем выполнять наши заявки, поскольку наша Freund, Deutsche Freundin Натали Ивонина, да? Deutsche Freundin,
Галина Польских. Галина Польских, я, Анатолий. Нарисовались и есть заказ. Вот и Маргарита. Ну, пойдем, поздороваешься с планетой. С кошаками планеты Земля. Вот. Я начну выполнять заявки. Скажи что-нибудь. Вот. Надо было раньше, чуть-чуть раньше надо было, тут ответственностью никакая. Скажи привет всем котам и кошкам. Вот. Ну все, а я попою немножко, все. Итак, сначала наша Наталья Ивонина заказала песню «Ты же мне пидманула», но тут же оказалось, что она исполнялась в прошлый раз, и тогда Наталья сказала: «Давайте-ка Визбора». Давненько мы Визбора не пели. Тоже дядька хороший был, влюблялся часто, тоже хорошо. И Кирилл Миронов. Чего? Чао. Рим вас слушает. Yes. Чао. Чао. Себе в копилочку, Михаил, для здорования. Добрый. По-итальянски. Добрый. Привет. Елена Морозова, добрый вечер. Так, добрый вечер. Итак, по заказу. Натали, ты у меня в единственном экземпляре. Песня так называется. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Вы не города, в сумерках провода. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы сгореть в метель, чтобы стелить ночь постель, чтобы качать всю ночь у колыбели рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети. Еще внимание. Еще. Я первая, и вся во внимание. Отлично. Диана Шарапова пишет: любимая песня Визбора. Да. А я потом, наверное, спою еще одну песню, которую приписывают мои друзья уже Визбору, а написал и я. Вот. Но поскольку Диана Шарапова выскочила, ну чего? Сейчас мы Диану стихотворение прочтем, наверное, для разнообразия. Так, и мы никого не пропустили. Таня Шишкова присоединилась. Таня, к нам. Добрый вечер, пишет Леночка, Миша. Воистину, привет. Шалом. Наташа Ивонина пишет: Миша, спасибо. Очень-очень-очень здорово. Ну,
Галина Польских, душевная песня, браво, друзья. Давайте сейчас дружненько поделимся нашей трансляцией. Чего я не сказал? Чтобы у нас прибавилась аудитория. Ну и ставим тоже лайки, классы. Это все поднимает нашу трансляцию в рейтинге и предлагают ее другим пользователям смотреть. Чтобы не все у нас эти Скобеевы, Соловьевы, Соловьевы, Симоняны, чтобы немножко нашего свист улетный пишет. Кто? Галина Польских. Галина Польских, да. На самом деле, вообще-то этого свиста Висбор не писал. Даже аккордов таких не было. Я так скажу по секрету, если кое-какие аккорды в припеве вставил Валерий Рохворк, такой музыкант. И его дочери сейчас находится с нами в эфире, нам приятно, да? И я, честно говоря, исполняю, когда эту песню, там у Висбора аккорды простенькие, а эти аккорды уже посложнее. Я меньше думаю даже о тексте, о том, как бы не перепутать на этом свисте аккорды. Аккорды улетные и свист улетный получается в совокупности. Так, это ладно. По заказу Дианы Шараповой мы усугубим наше выступление стихами. Конечно, если вы уже сделали перепост. Давайте. 3-4. Перепост. Есть. Еще пару перепостиков. Чтобы совсем нас уже Америка послушала, Франция. Италия уже с нами. Казахстана я не вижу. Казахша, Жолдастар. Вы где? Итак. Ночь. Зима. Какого века? Чья планета? Ах! Земля? Да-да-да. Фонарь, аптека, речи, чьи слова ля. То ли тени, то ли туши, обещаний рвется нить. Где ж мое великодушие? Надо срочно применить. И не кстати голос треснул. Слухи, сплетни, шум и гам. Знаю точно, что воскресну, как предписано богам. Камни, гиканье, погоня, вечный рол, вернее рок. Раз народ тебя не понял, так и знай, что ты пророк. Спасибо, Михаил, спасибо. Наталья Маслова присоединилась, пишет: добрый вечер. Добрый. Спасибо за прекрасное исполнение. Я понял, понял. То есть Висбора девушки больше... любят. Очень любят Висбора, да. Висбора, да. Особенно, когда я насвистываю его песни. Можно даже текст не петь, а насвистывать, и будет все нормально, девушки будут все наши. Так, Наталья, вы перепост-то сделали? Чтобы подруги ваших подруг тоже услышали свист и это прекрасное пение, которое, конечно, естественно, вам предназначается. Каждый из вас я пою, ты у меня одна. Так я куда посмотрел? Куда надо, туда и посмотрел, а то сейчас ого-го. Понимаете? Ты лучше всех. Да, ты лучше всех, да. Вообще, эта неделя у нас проходит по таким странным знакам. У нас там не то чтобы тырят, я бы сказал, аннексируют знаменитый фестиваль «Лампушка», который мы, который мы выращивали буквально вот так с одного пенька и дорастили до 3000. То есть людям понравилась земля. Смотрят люди: ух ты, Новицкий-то со своей компанией собирает 3000 народу. Надо бы эту землю прихватить. Как на Грушинском фестивале однажды было. Они же не только землю прихватили, еще и бренд. И бренд. То есть лампушку назвали себе... Назвались лампушкой. Да. Но чтобы отличаться, они назвались, что не просто лампушка какие-то Непростая лампушка. А шишки на лампушке, понимаешь? Там собираются шишки. А фестиваль у нас был такой и есть. В памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Он был такой то лесной, то не лесной, то зимняя лампушка в городе. Но лампушка, лампушка, лампушка. Вот мы раскрутили эту штуку лампушка. Эти люди, которые прихватили земельку-то на 49 лет, и решили, что
ну, пообещали, что типа того, что, ну, слушай, вы потерпите, мы пока все благоустроим, а потом, когда мы все благоустроим, мы вас позовем. Наконец они все благоустроили, и вдруг на этом месте обнаруживается, что рулит бардовская номенклатура. И вот те люди, которые больше всего мне подставляли подножки. Вот. Но об этом мы более подробно, может, расскажем дальше между песнями. Да. Потому что нельзя все время болтать. Да, это а сейчас мы для наших милых и просто прекрасных дам какую-нибудь песню споем. А вот Диана Шарапова пишет: «Завтра Пушкина днюха, а он счастливчик по части понимания народом». Мария Черемных, да, пишет: «Девушки и Кукина в вашем исполнении любят». Да, ты по... это вот Черемных мы знаем, только Кукина не подавай. Если мы Черемных, если мы успеем, вот. Кирилл Миронов спрашивает: «А можете старика Козлодуева исполнить? ПГ не будет обижаться». Не знаю, Нина старика Козлодуева давно пела. Очень давно. Сползает по... Я один куплет спою, хорошо? Сползает по крыше старик Козлодуев, пронырливый, как карастель. Стремится в окошко пролезть Козлодуев, какой-нибудь бабе постель. Вот раньше, бывало, гулял Козлодуев, глаза его были пусты. И с свистом всех женщин звал Козлодуев заняться любовью в кусты. Ну, смысл таков. И, конечно, когда-то вдохновил меня Козлодуев на это... И я залез на 5-й этаж по водосточной трубе. Представляете? Только белые водолазки. Это дом был, где кочегарил Виктор Цой. Белые водолазки по водосточной трубе. Там, ну, во дворе там сажа, то все. Моя белая водолазка. Прямо такая черная стала. Вот. Но лазал я не зря на 5-й этаж. Слазал. Сейчас мне калачом не замалишь, не то что этим самым. Ладно, я же обещал петь чего-то. Да, давайте, Михаил, продолжим выполнять заявки. Вот мы тут заговорили про вот этот фестиваль, который у нас аннексировали, да? Так, да. И там у них будет конкурс, и будет важное жюри. Они там устроили себе. И я по этому поводу, вот тут Татьяна Шашкова песню про жюри. Да ты что, хорошо. Да. Да, у нас на фестивале «Лампушка» самое честное судейство. То есть первый тур судят между... Какие там большие шишки? Вот у кого шишка большая, тот не это самое, не очень-то... И, ему надо доказывать чего-то. А у кого шишка так себе? Вот, и... Значит, песня про жюри. Есть такая специальная компания. Вот, кстати, Владимир Семенович никогда в жюрях не сидел. Вот. Песня про жюри, которая ходит с фестиваля на фестиваль. И только и делают, что жюри. Ну что ты там не говори, тебе не спослано жюри. Давай, волнуйся, трепещи, рукой дрожащей ищи. Аккорд такой, аккорд сякой. Ну все, удачи, дорогой. Надули щеки пузыри, высокопарные хмыри. Давно не пишут, не творят, зато журят, журят, журят. Пьют на халяву и едят. Ну вот он, журик номер раз. По всем приметам педагог. Найти б я лучше рифму смог, ну типа солнце светит в глаз. Сам написать ничего не смог, зато сидит и журит вас. А вот он, журик номер два. Болит с похмелья голова, ждет с нетерпением гонорар, чтоб задушить души пожар. А ты так громко здесь поешь, и нет, ты точно не пройдешь. Надули щелки пузыри, высокопарные хмыри. Давно не пишут, не творят,
зато жульят, жульят, жульят. Пьют на халяву и едят. А вот жюриха номер три. По всей стране спешит жюри. Она туда, она сюда. Ее все знают города. И потому она звезда. А вот жюренок прибежал. Топ-т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 оп. Он год назад, как ты, дрожал. Теперь он грозен и велик. Богоподобен его ли? Он чё-то главному шепнул. Он на тебя едва взглянул. Он посмотрел, как на блоху. Поскольку он уж наверху надули щеки пузыри эти барыги и хмари. Давно не пишут и говорят, зато журят, журят, журят. Пьют на халяву и едят. Вот такое, друзья, бывает жюри. Ну, не то, что бывает, оно почти оно, всегда. Оно всегда бывает. Есть, да. То есть... И вот на шишках, на лампушке будут такие же шишки, да. В жюрях. Ну, может, да. То есть, как бы... Ну, чем отличаются эти шишки, на самом деле, у нормальных... как бы это правильно сказать? Мужиков-то в нужном месте. А у этих шишки растут, как правило... Вот здесь он прямо он гитару так вот ставит, вот так вот, прямо на шишку, которую вырастает у него на животе. Потому что он уже давно по лесу не ходил, давно рюкзак не носил. Вот. Его перевозят, как мешок с этим самым, с самолета в самолет. Вот. Он всегда, он везде. Прямо привозят и в гостиницу, и он еще такой, знаешь, не на всякий фестиваль поедет. Вот. Вот. И вот эти ребята привозят к ним. К нам вообще бюджет на лампушки. Вот 3000 мы собирали буквально, нам хватало. Вы не поверите, да, вот, кто организует фестивали, прикиньте. Нам хватало где-то $500, мы вписывались в звук и все остальное. Потому что волонтеры, волонтеры, волонтеры. Вот. А тут на одного даже, на одного жюрика будет мало $500, потому что ему надо гонорар заплатить. Ему и билеты нужно, оплатить. Билеты оплатить, его нужно кормить, его шливер нужно возить туда-сюда. Вот. Класс, пишет Кирилл Миллер, Татьяна Шашкова. Спасибо, браво, спасибо, Таня, за заказ. Регина Леднева аплодирует, Наталья Вонина. Как же верно. Круто, аплодирую. Видно. Хорошо, что мы прорвались. Опять я вижу красную штучку, и поэтому наша программа продолжается. Пока она продолжается, я буду радовать Диану, потому что Диана типа упрекает меня все время. Чего стихов так мало, чего стихов? Давайте так. Лирическое такое. Я проснулся, ты приснилась. Сон прекрасен, да нелеп. Песня ветра доносилась, он стенал на струнах лэп. Было далеко за 30, закурил, открыл окно, что смотрело за границы, и нахлынуло оно. Это было не страдание, не печаль и не беда. То явилось понимание. Слово. Слово никогда. Спасибо, Михаил, за такое чудесное стихотворение. И Диане, знаешь, спасибо что? За заказ. Черемных, ты еще с нами? Или вы, как правильно? Слушай, я не люблю типа не братство, а с другой стороны, как же сестре сказать «вы»? А надо сказать по-английски «you». «You». «You is here». Не, где она? «Here». «Here». «You is are you here». «Are you here?» «Are you here?» Черемных. «Or not». Добрый вечер из Краснодара. Ой, Алёнушка. Алёнушка, да, я понимаю, что нужно передать привет Серёге. Мы тут репетируем по полной программе. Вот. Кирилл. Мудильдо, охренили. Ой, давненько. Наш дорогой. Дорогой Мудильдо. Мы без тебя скучали. Надеюсь, добрый вечер, Михаил. Привет. Поделилась, Алёнушка, поделилась?
Я тут. Все. Тогда, значит, давай внесем эту самую... коррекцию? Коррекцию в нашу программу. Раз Черемных здесь, споем ее любимую песню. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где на стенах вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаика из стекол окон, каких-то гирлянд волшебных снов, и книги, рожденные сотнею сказочно умных голов. От Шарля Перро и до магизма основ. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где чай не в стаканах, а в чашечках чайных роз, где веточка пихты духи, а подарок — ответ на вопрос, где много неслышного смеха и много невидимых слез, где песни под звуки гитар, мотыльков и стрекоз. Мой маленький гном, поправь колпачок и так не ругайся, получишь щелчок. Беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом. Нет, нет, я к тебе не пойду, мой маленький гном. Я стар, я устал, да и двигаться стал я с трудом. Я знаю твой век, он всего от зари до зари. Мне аж 1000 лет, потому что мне 33. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Слезинки утри, поправь башмачок и косу привычно забрось за плечо. Спасибо, Михаил, спасибо. Мария Черемных пишет: спасибо, друзья. Юрий Кукин — прекрасный, добрый сказочник. Счастье, что Михаил оживляет его волшебные образы. Благое дело. Вот, и мы с Юрием Кукиным, с Юрием Алексеевичем, его легко не перепутать отчество, потому что он как Гагарин. Юрий Алексеевич тоже. Тут песни пел, тут привет нам передавал и сказал: поехали. Мы с Алексеевичем посадили дерево, клёнь. Он как сказал: поехали. Так мы и Кукин запел сразу. Да, да. Вот. Миша В. Хорошего концерта, сосед. Сосед, хороший сосед, да. Да, Галина Польских: отлично, подпеваю, пишет. Наташа Ивонина: как мило, трогательно. Елена Морозова: классненькая песенка, пишет. Да. Галина Польских, как всегда, прекрасно. Слушала бы и слушала. Ну, опять, по требованию Дианы Шатовой, вместо того, чтобы ругать Ковалева, Демичева, Вихарева, Матвиенко, Елисеева, вот эти, которые делают вид, что они делают лампушку, вот, я почитаю стихотворение. Вот. Все о жизни. Я истратил больше половины,
пел на кабаки и стадионы. А теперь желаю быть любимым. А еще мечтаю быть влюбленным. В городе ужасные пиары. Тянутся рекламы, как вампиры. Если не прикончат гонорары, то придушат дутые кумиры. Я истратил больше половины и могу сказать определенно, что не видны горы и долины, и что свят подъем травы зеленой. Спасибо, Михаил. Со временем это стихотворение приобретает... Только я вот не знаю... Как он называется? Диана Шарапова. А, с нами Диана Шарапова была, да? Была. Да, она здесь, да. Вот. Со временем это стихотворение приобретает какое-то магическое, на свят подъем травы зеленой, она поднимается и из крови убитых людей, которые сейчас погибают. И мы как-то должны это дело останавливать. Как-то должны это дело остановить. Вот. Говорят, Мариуполь в этом году особенно зеленый. Конечно. На фоне, наверное, черных домов, деревья. И более зеленые. Да, скажем так. Вот. Поехали дальше. Чего-нибудь споем? Давайте, Михаил, чего-нибудь. Давайте споем. Я спою песню. Одно из событий, которое произошло. Значит, наш Крифан, рок-Крифан. А нам, кстати, музыкантам тяжелее, наверное, всего общаться между собой. Потому что если вы работаете в цеху, там где-нибудь какие-то гайки крутите, да, там, и позиция у Сидорова такая, у Петрова такая, у Иванова такая, они могут держать свое при себе и не очень-то общаться. Не хочу там с Сидоровым пить после работы или во время работы, и не буду. Вот. А мы-то бываем вынуждены выходить и играть на сцене с тем человеком, как который тебе вот неприятен. А, ну сейчас. Как только кричат. О, твой кричат уже, ура! На полку заброшен нехитрый багаж, уходит на море знакомый пейзаж. Полынь, полынь, трава молочай, чай-чай-чай-чай. Сытый сплетнями и колбасой, ночным сериалом, душою босой. Прощай, прощай, город, прощай. Здесь свадьбы, поминки, решения суда, мужья импотенты, пьют жонка всегда. Зачем? Зачем? Как меня приносил. Поплыли деревья и старый вокзал, пытаюсь припомнить, о чем не сказал. И то... И то, о чем не спросил. Юрный! Слушаю. Как-то у вас с интернетом? Пытаемся убрать подгрызания. Как правило, вижу Кирилла и вижу Натали. Больше никого не вижу. Отмечайтесь, друзья. Опять повстречалась учителька грез. И вспомнилось, как в первый раз произнес: «Люблю, люблю», сказал ей «люблю». Она раздобрела морщинки у глаз, но некий огонь в них горит и сейчас. Хоть я, тот огонь не ловлю. Я ей благодарен за каждый урок, был впрок каждый жест, каждый взгляд, каждый слог. Она мне теперь как сестра. А поезд мчится меж сосен и гор, и тамбур дымится, хоть вешай топор. И мне вернут утро. О, Алексей, вижу. Татьяна Шашкова. В темноте пара млеющих глаз. Начало романа или просто рассказ. Финал неизвестен давно, но вот бляха сверкнула в
возник проводник, умелый читатель потрепанных книг. А я отвернулся в окно. Свободный полет на сотни комет мое сердце взорвет. Они полетят кто куда. Где Волк да Киров, Москва, Архалык, где Санкт-Петербург, путет в Нижний Великий, где Псков, и где Караганда. Жмеринка, Сумы, Уфа, Вашингтон, город Ростов, речка Бух, речка Дон, Дунай, река Сырдарья, пальмы, березы, урюк, лебеда. Я еду отсюда, чтоб ехать сюда, и любовь, и друзья. Елена Пинчук победила интернет. Опять мы с вами вместе, друзья. Вот Лена Морозова, ура, пишет. Кирилл. Друзья встречают наш поезд, да, в Ютубе. Замечательно. Пока я пел эту песню, естественно, думал, вспоминал вот эти времена, последние времена нормальной жизни, когда уже совок к чертовой матери провалился. А то, что сейчас не началось, когда я спокойно сел на какой-то автобус и поехал в Германию. Приехал в Германию через Польшу, через Белоруссию. Через Прибалтику. Через Прибалтику, все. Как-то хорошо. Вот. Оттуда хлыбысть и прямо в Киев. А из Киева хлыбысть и прямо в Крым. И прямо в Форос. И все так хорошо. И все нормально. Ну, были придурки. Националисты, белорусские, украинские, русские националисты, которые, они все сволочи, как правило, работают на таможне. Вот, то есть они вот эти таможники, суки, я бы сказал, сученые, воры, как правило. Ну, наверное, есть исключения, не знаю. Вот, все время тебе портят кровь. На казахской, этой, казахской. Я знаю одного, но песенку свою поедет про него. Они были, но это такая мелочь. Ну, потратишь ты на этого придурка какое-то количество времени, ну, придерется он к чему, тебя штрафуют. Но все равно можно было вот так. Сел и поехал. Хочешь в Германию, хочешь во Францию. Ну, куда хочешь, а теперь никуда. Серега Крымов, это всем привет, да. Алена тут с нами только что была, Серега тут прозевал. Прозевал ты, Алена была. Вот. Кирилл Миронов пишет, эх, славные времена были. Да. Ну, мы надеемся, что... А надежда умирает, конечно, последней, что после того, как закончится вся эта братоубийственная война, именно братоубийственная война, я на этом термине настаиваю. Ну, конечно, для кого-то спецоперация, кто чем занят, кто-то спецоперация, а для кого-то это отечественная война на его территории. Которая была как война Наполеона Витания пана Михайло. Теж. Enter the P. ZP. Главное, что не ZV. Да. Вот. Наполеон так удивился, когда вдруг
вместо того, чтобы там на шпагах драться и под бомбу вставать, вдруг какой-то русские мужики взяли дубину. Ну, игра не по правилам. Так це Запоріжжя, ЗП, Запоріжжя. Дякуємо. Так, що, привітаємо Запоріжжя. Вітаємо. Так може, мабуть, ми, Михайло, заспіваємо українську пісню? Так, поки нам не погризли кабілюку. Поки суки не погризли... Гризло у нас тут, гризе і гризе. Кабеля. Куди від не подітися. Вибачайте за суржик, ми будемо співати зараз українську пісню. Давненько ми не співали про Галю. А Галя у нас зараз де? Галя у нас зараз... У Німеччині. В Німеччині, так. Да. Не одна? Не одна Галя. Ось. Ось і Галя у Німеччині. От, в госпіталі там. Та, що була в Маріуполі. Хату, кої розбомбили. Ось. Ну, а друга Галя з Німеччини вітає нас. Несе Галя воду, король Солованеця, за нею Іванко, як барвіно коється, за нею Іванко, як барвіно коється. Зразу ідея, я не знаю, як на українській мові, ну ідея, мабуть, є. Ідея, коротше, у нього. Мисль пішла в голову. І от поє так. Галю ж моя, Галю, дай мені напиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Така хороша, дай хоч подивіться. Сразу отмазки. У девушек всегда поначалу отмазки. И вот она ему відповідает таке. Вода уставочку, прийдите на пися, вода в пруду, ти в пруду, пойди там в пруді на пися. Я буду в садочку, прийди подивися, я буду в саду, ти прийди, смотри на меня, дескать. Я буду в садочку, прийди, подивися. Развитие событий. Разумеется, он сразу вдохновленный, возбужденный. Вот пришел. Пришел у садочок, зозуля кувала. Кукушка там была, да? Ку-ку, ку-ку, ку-ку. А Юся Чекаевна. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. А щоб ты сдохла, твою мать. А ты же мене, Галю, та й не шанувала. Ла-л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 а-
ждала Ника. Где она была, никому не известно. История умалчивает. Но на утро она ему новую версию. Типа «Верне, стелище парвинку, буду поливати. Вернешься, Іванко, буду шанувати». Мол, вернешься, Іванко, я тебе буду, значит, ждать. «Вернешься, Іванко, буду шанувати». «Скільки не стелився, ти не поливала. Скільки не вертався, ти не шанувала. Скільки не вертався, ти не шанувала». Она его все равно не звала, сколько он не возвращался. Чем она была занята, неизвестно. Возможно, это як Маруся калину собирала. Помните, коротенькую песню? Раз, два, три, калина, червона, дівчина. Ну, Галя теж така. Неси Галя воду, короби слогнеться. За ним Іванко, як барвіно б'ється. За нею Іванко, як барвінок б'ється. Барвінок – це квітка така, цвіточок такий. Б'ється собі, б'ється, б'ється. Там, де снаряд упав, образовалась лунка, пролилась кров. Барвінок б'ється, заростає. Зеленеет город Мариуполь. Спасибо, Михаил. Спасибо. Вроде как и повеселили, а вроде как и загрустили. А мы, ну как, нельзя. Ага. Лена, читаем, тебе что-то плохо сейчас. Да, ну значит, что пишут тут. Диана пишет. Запорожье. Слухаем, Удильда Хренильда. И друзья с возвращением, пишет всех. Ну вот, Запорожье пишет чудово. Мы с певчуття Галі та всім постраджали від війни. А воду в ставочку СЕС проверяла на чистоту? Вот такие вот эти девчата. Это песня о женском коварстве. Диана Шарапова пишет, все-таки третью порцию стихов Ютуб не вынес. Ну, ты там четвертую порцию стихов. Анна Иванова, здравствуйте всем. Сегодня немного припозднились. Михаил, браво. Ну, Анна, у нас как раз перебои были с интернетом. Да. И, ребята, давайте договоримся о таких вещах. Не то, что перебои будут, и что грызло, оно грызет провода и все. Если мы отрубились, значит, ждите в это время. Мы восстановимся. Мы восстанавливаемся, будем пытаться, да. По крайней мере. Обновляйте странички свои. Самое худое было что у нас, когда просто я вещал, а была картинка висела, а я вещал как радио. Мы вещали. Ну, это не самое худое. Было худое. Самое худое, когда вообще нет интернета. Да. Вот. Как только мы пропадаем, заходите снова. Вот. Спасибо за браво, ребята. Вообще смысл нашей передачи в том, чтобы нам не было одиноко. Я даже не знаю, кто больше нуждается в этой передаче, мы или вы. Наверное, мы вместе нуждаемся в том, чтобы нормальные люди общались между собой. Вот. Вот Enter ZP пишет, дякую, шановный, за память про Мариуполь, дякуємо. Да, Запоріжжя очень помогала нам, да, угу. Мариупольцам, сейчас все мариупольцы через Запорожье ехали, там много волонтеров было, много пунктов, да, принимали. Запорожье, велика подяка, да? И, да, да, так. И очень большая нагрузка, конечно, на Запорожье легла, да. Вот, в связи с этими переездами с Восточной Украины. Угу. Очень теплые слова и от Гали, и от Александра. Вот, который с ней, и от Тани, которые пересекали эту границу. Теплые слова за Запорожье, за то, что действительно хорошо приняли, накормили, обогрели, потому что люди 3 недели были без света, пожилые, без света, без электричества.
без тепла, а была холодная достаточно весна. Так что дяка, подяка. Не только за Мариупольцев, но я думаю, за многих других. Да, вся Восточная Украина, все через Запорожье. Да. И дай Бог, чтобы у вас там тоже было все хорошо, потому что у них так вот. Там сейчас доносятся бои какие-то. Ведут вот. Всякие. И сейчас город Санкт-Петербург. Грызло грызет не только здесь, да. Но и там отгрызает куски, да. Большие. Город Санкт-Петербург является, официально является, по версии чиновников, является побратимом Мариуполя. Так я вам еще раз, друзья, скажу. Я вот глядя, как уничтожается Петербург, как уничтожается Коса, как уничтожается Васильевский остров. Вот, вот. Каждый подъемный кран в старом городе уплотняет, он превращает город, который являлся, по большому счету, музеем. Музеем превращается в бетонную коробку. Заполняет. Сейчас я смотрю с грустью, как буян застраивается. И наша оппозиция ничего сделать не может. То есть она уже пропала, эта оппозиция, по большому счету. Ну и граждане уже привыкли, принюхались. Да и граждан уже у нас очень-очень мало. В основном население. Очень это грустно понимать. Но чем отличается гражданин от просто обывателя? Гражданин, он критикует. Он критикует, он контролирует чиновника. Он его выбирает, и он его контролирует. И он действительно патриот. Понимаете? Настоящий гражданин, он патриот. А вот этот обыватель, который смотрит в задницу начальству, вот, и думает, что задница – это и есть родина, в чем нас пытается Юрий Музыкант разубедить, что задница начальника, чиновника, которого выбрали, не есть родина. Ну и тут, конечно, разногласия пошли у нас. Значит, Юру Музыканта стали привлекать к ответственности за то, что он считает, что задница этого чиновника не есть родина. Тогда родина это не... А, значит, они получается, что то есть, наоборот, она родина и есть задница чиновника. В общем, запутали нас окончательно. А он еще, Юрий, выдвинул тезис, что родина – это старушка, продающая на вокзале картошку. Нищая бабушка. Нищая на бабушка, вокзале. Да. Я, конечно, совершенно с ним не согласен. С Юрой никто не согласен. Невзоров говорит, что Юра ни черта в как доктор называется, который занимается задницами. Проктологии ни черта не понимает. Вот я не помню, что там Невзоров ему городил. Вот. Я с Невзоровым тоже абсолютно не согласен. Я совсем не согласен. Вот. Но я не согласен и с Юрой. Потому что если родина – это бабушка, которая на вокзале продает картошку, сейчас я из ингерманландской кружки жахну за ваше, друзья, здоровье, за перемогу. Вы не запутались? Вы держите нить, которую я вам пытаюсь. Так вот, бабушки, которая продает картошку на вокзале, уже давно не существует. Буквально в прошлом году я проехал на поезде, двое суток, я люблю на поезде ехать, думаешь, пишешь, песню какую-нибудь сочиняешь. Так вот, от Адлера до Петербурга ни одной бабушки нет. Вот эти все полустанки, станции, где раньше были бабушки с картошечкой, вот эти, которые могли хоть как-то, у которых пенсии поотбирали, хоть как-то могли подзаработать с яблочками, со сливами, с вишнями. Вот едешь, вот они, сливы, вишни, выходишь на перроне, а там только ларьки. И там цены в этих ларьках, на те яблоки, которые вот рядышком растут, в два раза больше, в том же Ростове, больше, чем в Петербурге. Ребята, это черти что. То есть, как бы родину в виде бабушки они тоже придушили и убрали с наших перронов. Вот, где у бабушки еще был шанс хоть копеечку заработать. Вот. Нет этих бабушек. Эту родину тоже грохнули. Фу. Причем это видел, как волокли их, когда ездил на ЦЕИ в свое время. Волохали ребята в форме этих бабушек по перронам. Бабушки бегали, от них прятались. Вот так что
Вот такой родины тоже не существует. Запутали нас окончательно. И вот я, наверное, стихи почитаю. Вот НТРЗП пишет, кстати, Невзоров только что выступал уже как гражданин Украины. Ну что ж, хорошо ему Невзорову. Он как гражданин Украины. А я считаю, что сейчас как бы вообще государственные границы значения большого не имеют. Вот, потому что они нужны только кучке чиновников, скажем, то есть, которых мы же и назначили, вроде как юридически. Получается, что мы вроде их выбирали куда-то. Вот. А так, вот, для того, чтобы общаться, для того, чтобы торговать, для того, чтобы культурно выступать, там, не знаю, спектакли возить, читать книги. Зачем? Вот, в принципе, физический смысл границы, я не понимаю, зачем он нужен. Вот. Но Диана Шарапова нас не покинула, и поэтому и каждый раз, как я вижу Диану Шарапову, начинала читать стихи. С родиной мы разобрались, ну, об этом можно еще говорить долго. Так. Что, Михаил? Татьяна Шишкова пишет, сейчас на южных вокзалах нельзя выйти свободно на перрон. А встречающим-провожающим нужно пропуск разовый оформить. Да, есть такая байда. Вышел на перрон, все обратно уже на вокзал не войдешь. Это в Кисловодске такая ерунда. Вообще дебилизм. Вот входишь из вокзала, вот вокзал, ты вошел, на вокзале оставил свои чемоданы. Чтобы вынести тебе чемодан на перрон, ты взял один чемодан, вынес, все, ты обратно уже на вокзал не войдешь. Тебе нужно обходить вокзал, проходить какие-то контроль, переконтроль, снова заходить на вокзал, брать свой чемодан, выносить второй чемодан. Вот, вот такой дебилизм. Если у тебя три чемодана, у тебя как тебе выйти на перрон? Ну это ладно. Стихи. Эх, не прозевай, молодняк. Не проспи. Ты в партию грязных подонков вступи. Коль нет партбилета, иди землю рой. А с партией этой ты сразу герой. Дадут тебе скважину, фирму и счет, и то, о чем даже не знаешь еще. Иметь будешь всех ты, и суд, и ментов, тебе поперек и не пикнет никто. Пусть школу едва ты на тройке тянул, ты выйдешь наверх, а отличник ко дну пойдет, будет удлицу падла мести с дипломом своим, а тебе все пути единый. Подонковский твой партбилет, то допуск к халяве, страховка от бед. Дадут тебе денег на съемку кино. И если подонков восхвалит оно, то будут медали и звания, и чин, и руки пожмут всех мастей палачи. И пусть тебе в спину плюет детвора, поставишь их к стенке, настанет пора, и педагога, который ступил в единую грязь, чистоплюй не вступил. Поэтов, что скверные пишут стихи, сошлешь в Магадан, в Иркуту, в Соловки. Как быть журналистами? Тех без суда, на месте, пусть нос не суют не туда. Так в партию грязных подонков, скорей. Будь русский, не русский, чеченец, еврей. Конфессия тоже совсем ни при чем. Ты только согласие дай стать палачом. Ты только брезгливость сумей превозмочь. Пролезешь и родине сможешь помочь. Спасибо, Михаил. Вот такие стихи, да. Поняли, друзья, как надо поступать правильно? Да. Михаил вас научит такому жизненному реалиям. Один из штрекбрехеров, который сейчас на лампушке, Вадик Елисеев, наверное, самый безобидный из них, говорит, ну чего, ну они мне просили звук поставить.
А мне такое, ну, в смысле, на лампушке звук поставить, на нашей лампушке поставить звук, чтобы... А вот такое ощущение, как будто он, знаешь, так вот, типа, и попросили его схватить эшафот. Он же не вешает никого, не стреляет лично, вот, и не отрубает головы. Вот, а просто он, его попросили поставить, и он плотник, его попросили сделать эшафот. И вот он добросовестно заплатили, вот эшафот он поставит. И будет все хорошо. А тот, который голову рубит, тот, например, палач, он тоже ведь, не он же судья, не он же прокурор. Ему сказали, вот, как мяснику, отделить тело от тела голову. Он такой, хоп, он ни при чем, он вне политики, понимаешь? Его попросили. Попросили, заплатили, это работа, тяжелая работа. Вот. А если он не будет это делать, его же зарплаты лишат, пенсии лишат, квартиру отберут, неприятности, семью кормить надо. Поэтому он не он, он исполнитель. Вот. Такие дела, поэтому... Маргарита, ты соскучилась по нам. Пришла Маргарита, и, ну да, после того, как грызло ее, это самое... Погрызла наш интернет. Шарапова, Диана, аплодисменты. Елена Морозова тоже аплодисменты. Маргарита, видите, на стихи пришла. Да, кстати, у нас еще стихи Таня Шашкова заказывала. Да ты что, какие стихи? Обыватель. О, Маргарита, ты будешь слушать стихи про обывателя? Так что у нас сегодня эфир полон стихов. Ага. Я помню, Валентин Вихарев как-то у Лушникова был в эфире. Говорит, ну что, я, говорит, обыватель. Вот. Я, в принципе, поблагодарил бы его за честность, да. Обыватель есть. Никогда я не видел, чтобы они там защищали какой-то сквер или вышли на улицу там в защиту какого-то политзаключенного. Вот. Как-то так, они все у них хорошо. Ни при чем. Ни при чемцы, да, абсолютно ни при чемцы. А было еще у них, у шестидесятников, такое слово «приспособленцы». Ну, вроде бы, ну что, ну, здорово, человек адаптируется к любой обстановке. Будут коммунисты к коммунистам, будут националисты к националистам. Кто будет у власти, тот и начальник. Тут главное помалкивать и поддакивать. Вот, будут, придут фашисты, значит, фашисты, что делать? Вот. Обыватель он таков. Поэтому, Маргарита, мы прочтем сейчас стихотворение, которое заказала Таня Шашкова. Угу. Ты только сиди спокойно. Я сейчас кричать буду. Я такое стихотворение эмоционально его читаю. Итак, обыватель, позитивный улыбатель, не герой и не предатель, с днем рождения поздравлятель, одобрятель, поддержатель, радостный рукоплескатель, от законов убегатель, не встреватель, не создатель. В церковь праздник заходитель, прегрешений отмолитель, ни хрена не пониматель, телевизора смотритель и рекламы поглотитель, всякой дряни покупатель, втюхиватель, потребитель, лох. И тут же обыватель. Он совсем не избиратель, но участок не ходитель. Рубит сквер, о, он наблюдатель. И немножечко руститель. Убивают? Не свидетель. Просто мимо проходитель. Че вообще к нему пристали? А? Он нормальный, честный житель. Указали выбиратель. Приказали он стрелятель. Ну и шо ж убиватель? Он не он. Он исполнитель. Нет. На митинг не ходите. Бесполезно не кричать, что он сам себе вредитель. Обыватель. Обыватель. О! Футбольный он болеет. За команду всех порватель. Много пива. Выпиватель. Вот такая добродетель. Он зарплаты получатель. Четко в отпуск отдыхатель. На работу вновь ходитель. И детей своих раститель. На войну их отдаватель. И налогов оплатитель, похоронок получатель. И рыдатель, и груститель.
и собакой гулятель, ведь животных он любитель и за ней не убиратель. Всех газонов засиратель и окурков разбросатель, ни хрена не пониматель, ни хрена не узнаватель, ни хрена знать не хотитель. Уши ватой набиватель, ключи двери запиратель, ты ж достоин этой жизни регулярный телезритель. Спасибо, Михаил. Какое хорошее стихотворение. Вы прямо вдохновляете. Вот Мудиль да Охрениль, да, тоже стихи написал. Давай. Лиловое летнее небо, и слева там шпиль золотится. В граните Петрова легенда. Волною Нева заискрится. Надежда и добро вечереет. И в небесах, и на суше. Но пусть Михаил нас согреет. Пораненных светлые души. Ой, я сейчас расплачусь. Ой, спасибо. Мудильда, Охренильда, вы великий поэт. Я помню, Мудильда и для Яны, помнишь, поздравления сочинял хорошее. Он, да, поэт у нас. Хороший поэт. Я пока читаю одно стихотворение, в голове что-то мелькает другое. Я вспомнил, что недавно где-то в сети я встретил, что у нас в Сестрорецке прибыл парнишка сверх... 200-й. А? 200-й. 200-й прибыл, да, там как герой, все нормально. Вот. 21 годик, то есть 21 годик, то есть как бы, ну он контрактник, ребята, контрактник. И я понимаю, что именно там, в Сестрорецке, когда его родители, ну как сказать, изобретали, я вот там в Ольгино вещал, гулял по пляжу, когда он и вел передачи на радио, был ведущим. Именно там вот, где-то вот рядышком он там родился, он за это время умудрился вырасти, повзрослеть, его забрали, его использовали, чтобы исполнить, так сказать, так, не знаю что, интернациональный долг. И наверняка ему, когда вел эту передачу, подарили пистолетик какой-нибудь или автоматик. И он радостно па-па-па-па-па-па-па бегал и тренировался, психологически тренировался, что можно на другого человека, на сестренку, на братика, на кота навести дуло. И эта игра потихоньку превращалась вот в это. Когда один человек убивает другого человека, совершенно не неся за это никакой моральной ответственности. Ну как? Он же... Ему приказали, и он стрелятель. Вот. Естественно, родителям, которые потеряли своего ребенка, может быть, жене, не помню, жена такой или нет. Ну, молодой, может, понимаете. 21 год. Да. Соболезнования. Елена Морозова пишет, точно и все, как и есть слова. Вот. Как естественно и соболезнования всем, кто теряет своих людей в Украине. Вот, не будет наша программа всеми веселая, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тошнит от моих коллег, которые пуси-пуси, позитивненько, позитивненько. Вот. От афиш, которые улыбаются. Ну, нельзя так вот улыбаться. Если улыбаться, то, наверное, как-то да. Кирилл Миронов стихи просит опять. Стихи, стихи, стихи. А у нас прям какая-то передача сегодня. Ты ее уже заканчиваешь, стихийная, пора. Но стихийная программа. Ну что, друзья, это радостно, что вы у нас есть. И радостно, что вы понимаете, что я не произношу кучи слов, за которые можно зацепиться врагам. И вы понимаете, каких я слов не произношу. И они у вас сами рождаются. И когда вы что-то пишете, я их слышу тоже. Елена слышит. Даже Маргарита слышит. Хорошо, стихи. Вот дерева, а вот дрова, вот пепел,
Вот опять трава. Листва, ботва и булава. Менты лежат, лежит братва. И смерть права, и жизнь права. Смекай, что после, что сперва. Спасибо, Михаил. Стихи. Ну, у нас уже к концу подходит передача. Прошлый раз грызло, грызло, сожрало. Анекдот, которым я хотел закончить программу. Мы в записи он выложим был. Да. Вот. Я еще раз скажу, что в этой программе, стихотворение «Обыватели» посвятил господину Ковалеву, особенно Демичеву, который запретил спектакль «Наш Высоцкий», на который уже были проданы билеты, господину Вихареву, господину Матвиенко, несчастному Вадику Елисееву, который впутался в эту грязную историю. И предупреждаю, что фестиваль «Лампушка» это делается по специальному рецепту. И даже зная его, не всякий может его сделать. Это тонкая работа. И то, что собирается быть на озере Беленькое, вот, на базе, которую назвали Шишки, вот, это не будет знаменитый фестиваль «Лампушка», который мы растили 20 лет. Это будет нечто другое. Нечто другое, такое специальное, дорогое. Вот. Сделанное по лекалам, по которым делаются очень многие мероприятия. Культурки. Нашей современной культурки, которая, по идее, сегодня уже является пятой властью. Ну, не по идее, но фактически является пятой властью и прислуживает власти исполнительной, которая должна служить нам. Вот такая история. Пожалуйста, сейчас начнутся летние походы. Не рубите, пожалуйста, живые деревья. Нужны подпорки, находите какие-то сухие сучья, если уж так, и приносите какие-то палки, сам сибялки в лес. Используйте деревья, но привязывайтесь к ним как еще как-то, но не надо рубить. И если кто-то рубит на ваших глазах сосенку или березку, по башке ему, по башке скажите, что я разрешил. Если там лесник придет, он одобрит эти самые ваши действия. И, конечно, фиксируйте, фотографируйте, записывайте и отсылайте лесникам. Вот. Если, ну, боитесь по башке. Вот. Конечно, это защищайте себя, защищайте природу. Вот. Анекдот такой был, ребята, который вы, возможно, не услышали в предыдущий раз. Могут ли под одну и ту же музыку танцевать украинец, например, ГПК, русский казачок, например, кавказец лезгинку, одновременно и под одну и ту же музыку? Это вопрос армянского радио. И оказывается, они это могут. Все трое танцевать свои национальные танцы под одну и ту же музыку. Если эта музыка будет из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». На этом мы вас обнимаем. Засылайте нам донейшны, чтобы мы дожили до следующего эфира. Спасибо за то, что вы с нами есть, за то, что вы у нас есть. Мира, ваши дома. Не теряйте своих близких и берегите матушку природу. Пока, друзья. Пока. До новой встречи. Михаил Новицкий, Елена Пинчук и Маргарита с вами. Пока. Пока.
Михаил Новицкий. Привет. Михаил Новицкий. Миша Новицкий. Миша один из тех людей. Михаил Новицкий. Миш, привет. Привет. Thank you.